По всей стране прошли экологические субботники «Зеленая Россия». Воспитанники образовательных учреждений Удомельского городского округа приняли участие в мероприятии. Об этом сюжет наших коллег регионального телевидения «Удомли». В этом году событие приурочено к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Практический урок бережного отношения к природе состоялся в Парке Победы. Как известно, на территории Удомля боевые действия не проводились, но располагались военные госпитали. В братской могиле захоронены солдаты, погибшие от тяжелых ран. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – это масштабное мероприятие, призванное объединить людей, неравнодушно относящихся к вопросам экологической безопасности. Сажали памятные деревья, чтобы в будущем, когда я, к примеру, вот мне было лет 35-40, я пришел сюда и увидел то, что вот эти деревья сажал, вот этот парк вот я убирал. Ну, память себе оставит, такую вот частичка того, что ты оставишь в этом мире. На территории всей России проводится масштабная акция по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны «Лес Победы», проводимая общероссийским движением «Экологический субботник «Зеленая Россия». В рамках всенародной акции «Лес Победы» удомельские школьники высадили 11 лип и 10 кленов, заменили неприжившиеся деревья, очистили территорию Парка Победы от мусора и накопившейся листвы, привели в порядок мемориал. Я вообще за сами эти движения, потому что это кроме того, то, что мы показываем, то, что мы настоящий русский народ, то, что мы помним о истории своих предков, о том, что самое главное, то, что мы не забываем этого. Потому что сейчас в современные рамки на историю пытаются переписать, это не надо переписывать, это есть, это наше, и мы это должны помнить. В годовщину 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Парке Победы была высажена аллея кленов в память о погибших воинах.